В Уссурийске задержаны подозреваемые, которые избили пенсионерку. Как сообщалось ранее, в полицию обратилась 61-летняя жительница Уссурийска, которой нанесли телесные повреждения около дома на улице Ленинградской. В ходе проверки оперативники установили личности и задержали местных жительниц, причастных к правонарушению. Женщины пояснили, что праздновали свадьбу в развлекательном заведении, которое находится недалеко от дома заявительницы. На улице между ними и пожилой женщиной произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. После инцидента пострадавшая обратилась в медицинское учреждение. Возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В отделе полиции задержанные принесли публичные извинения пожилой женщине. За случившееся мы сожалеем и вину свою полностью признаем. И приносим свои глубокие извинения.